морфин. Кетаралак. О боже, я вела вам 100 миллиграммов морфина. Перепутала. Ты вколола 100 миллиграммов прелести? Какая правильная доза прелести? 3 миллиграмма. И что же будет? Я срочно сделаю укол налоксона, иначе вы умрете через 10 минут. А это очень любопытный и эффективный метод убийства. Надо бы его записать. Если кто-то подменит препараты, я буду мертв через 10 минут? Да, с такой большой дозой. И если жертва вызовет скорую, ощутив первые симптомы, и если она живет в большом загородном доме, как мы, то скорая приедет не раньше, чем через 15 минут. И будет уже поздно. Если, разумеется, у жертвы нет этого наклаксона. Марта, а у тебя есть этот наклаксон? Да, сейчас найду. Конечно, есть, он входит в комплект, так что должен быть. Он всегда у меня был. Его нет.